Новые скамейки и урны, обновленное освещение сквера, зеленый газон, высока и воздушная беседка. Новая брусчатка по всей площади сквера и дорожкам среди пока еще зеленых чинар. Лестницы обшиты гранитом. Так отныне выглядит сквер Алтындан. Кроме того, строители не забыли и о фонтане, который в последний раз запускали еще в бытность Советского Союза. Фонтан был, да? Фонтаны мы, как и лестницы, обшили гранитом. И скоро мы планируем осуществить пробный запуск. Вид очень красивый. Кроме этого, мы установили 5 цветочных клумб, где будут расти десятки роз. Капитальный ремонт пришелся по душе местным жителям. По словам горожан, реконструкция сквера между многоэтажками необходима была уже давно. Но у властей как-то руки не доходили, то ли средств было недостаточно. В этом году все совпало. Красиво очень выглядит. Давно пора было сделать ремонт в нашем сквере. Очень хорошо работают ребята, молодцы. Спасибо, что власти не забыли о нашем сквере. А то в городе делают ремонт, а про наш сквер забыли. До последнего момента не обращали внимания. Строители говорят, что большая часть работ уже выполнена. И в течение 2 недель объект будет сдан в эксплуатацию. Бахром Абдуллаев, Константин Исупов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «УТРАР».